Тверской области продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер. Так, в губернской столице комиссия проверила автовокзал. Напомним, что подобные проверки по отлову нарушителей в Твери стали практически ежедневными. Были ли выявлены нарушения, узнал наш корреспондент Наталья Чекет. Автовокзал – место, где всегда одновременно находится большое количество людей. Одни приезжают из разных населенных пунктов, другие ожидают отправления своего автобуса. Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, здесь, как и в других общественных местах, требуется строго придерживаться антиковидных мер – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры пассажиров. Как поясняет руководство автовокзала, если тепловизор подает знак, что температура превышает норму, человека просят пройти в бокс. Тут же вызываем медработника нашего, у нас работает медработник. Она переодевается, защитный костюм, все одевает амуницию и приходит туда, в этот бокс. Измеряет температуру, записывает журнал. Если температура подтверждается, вот, то мы вызываем скорую помощь. Бывали случаи, когда люди и сопротивлялись следовать правилам. Тогда сотрудникам приходилось вызывать полицейских. Однако такие случаи единичны. Чаще всего граждане ответственно относятся к требованиям. К слову, если пассажир забыл взять с собой маску, ее предоставят сотрудники вокзала. Маски находятся в кассах у перронного контролера. Если у человека нет, его приобрести, мы выдаем бесплатные маски. Вот, чтобы человек мог купить и дальше пройти в салон, то есть в автобус. Также в масках они садятся в автобус, а там дальше уже работа это водителя и перевозчика. Представители Министерства контрольных функций, которые осуществляли проверку в этот день, осмотрели разметку рядом с кассами, проверили зону посадки и высадки пассажиров. Проверяющие оценили качество работы автовокзала и соблюдение сотрудниками противоэпидемических мер. Нарушений комиссии установлено не было. Замечаний пока мы не выявили. Сознательность граждан, сами видите, какая на уровне. Проверки проводятся у нас в соответствии с утвержденным планом на территориях оздоровительных центров, торговых центров. Будем еще проводить в соответствии с этим планом. К слову, перед тем, как отправиться в рейс, в автобусах проводят дезинфекцию салона и всех поверхностей. Напомним, что в Тверской области продолжают действовать ограничения против распространения COVID-19. Рейды по соблюдению антиковидных мер регулярно проводятся в транспорте, торговых центрах, организациях и на предприятиях всего региона.